Первая женская смена стартовала в Приморском «Авангарде». 75 десятиклассниц из Дальнереченского муниципального района и Черниговского муниципального округа вошли в состав первой женской смены Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Приморского отделения ДСАФ России. Смена продлится 5 дней, во время которых бойцов будут обучать азам военного дела. Программа будет точно такая же, как у мальчиков, за исключением физической подготовки, которая будет проходить по программе, рассчитанной именно на военнослужащих женщин. Занятия будут проводиться по строевой, тактической, огневой и физической подготовке. Кроме того, девушкам расскажут о радиационной, химической и биологической защите. До конца года планируется участие 300 девушек и более 1000 юношей в сменах центра «Авангард».